Сейчас хочется мне чуть-чуть сделать паузу. Так, давайте все выдохнем. И встретим предложение, которое мы ждали долгое время. И не в простой эфир, а именно в день распродажи мне удалось вам сделать прекрасное предложение. Розы буквально живые, посмотрите, это неотличимо. Теперь будут цвести долгие годы в вашем интерьере. Что это будет? Гостиная, спальня, детская, у кого-то столовая комната, может быть, это будет загородный дом. Наши прекрасные кустовые розы будут цвести и радовать вас своей реалистичной красотой всегда, долгие 15 лет. Что такое букет цветов сегодня? Давайте порассуждаем. Марина, тебе безумно идет этот букет. Спасибо. Но букет на шторах или будет с тобой? Сколько он будет с тобой? Вот этот букет, мне кажется, что он прослужит, максимум неделю. Это в лучшем случае. Посмотрите, он правда красив, но вот сейчас я убираю эти цветы, и у вас в кадре остаются наши кустовые розы из комплекта комплекта штор. Посмотрите, вот они, тоже словно живые. Но только если мой букет в руках будет стоить 8 марта в районе 3000 рублей, наши шторы, которые будут служить вам не 14, не 7 дней, а многие годы, стоят 2799 рублей. Самая выгодная цена. Ну и у нас есть скидка 2600 рублей и цена 2799 рублей. Таких цен на фотошторы не было у нас еще никогда. Тем более это премьера, которую мы представляем в наш день распродажи подготовки к 8 марта, когда посылка вам наверняка успеет прийти. Возьмите два комплекта, возьмите и покрывало наше тоже с розами и получайте свою бесплатную доставку и розы, которые никогда не завянут. И получайте индивидуальный стиль, только ваш, созданный вашими руками. Вглядитесь в эту картину, я буду называть сегодня наши шторы произведением искусства. Ощущение, что это ручная работа, эффект батика или акварельная роспись. Такого принта еще не было на телеканале Шоп-н-Шоу. Это настолько радующая картина глаз, но это просто вдохновение. Более того, на что хочу еще обратить внимание, почему мы подчеркиваем индивидуальность, делаем комнату особенной. Здесь у нас с вами еще и асимметрия. Узор, когда расположен асимметрично, это всегда выглядит максимально живо. Это окунает нас в настоящую обстановку этих розовых кустов. Мы чувствуем себя хозяйкой пышного розария. Никогда такой интерьер не будет скучным. И такой интерьер приобретает эффект объема. У нас даже вода есть. Ощущение, что розы стоят в живой воде. Чудо. Это я буду раскрывать вам тайны производства. Давай, я буду говорить, конечно, о том, что сегодня эта красота с вами больше 15 лет. И серьезно? Розы будут цвести. И, конечно, это секрет технологичный. Секрет здесь в технологиях. Посмотрите, вглядитесь в этот узор. Сколько оттенков. Живые краски, природные, насыщенные, в мягком акварельном варианте. Больше 15 лет на окне. Это красивая композиция с вами. 15 лет! Вы только вообразите! 2799 рублей. Никогда до сих пор фотошторы по такой цене мы не представляли. Они стоили больше 3000 рублей. Сейчас 2799 рублей. И эти шторы 15 лет. А вот эти розы на шторах, а вот розы на моем букете, ну, дай бог, 15 дней. 15 лет, 15 дней. Цветы будут стоить 3000 рублей в новую 8 марта и 7 марта тоже. А наши шторы в день распродажи подготовки к 8 марта даже выгоднее, чем букет. 2799 рублей. Успейте забрать. Уникальный последний шанс только сейчас. Вы посмотрите, давайте мы всмотримся в детали. Я все-таки сегодня очарована и технологией, и как, смотрите, попадаем мы с вами, собирается цветок буквально как пазл, да, складывается на вашем окне. Дизайнеры молодцы, все на высшем уровне. Мы с вами сейчас посмотрим качество красителя и с одной, и с другой стороны, какие секреты дизайнеры применили для того, чтобы продлить срок службы этого шикарного портьерного полотна. Ведь это же габардин. Я называю его самый удачный
тканью именно для фотопринта. Почему, фотопринт – это особая технология, это метод печати, когда используется давление, используются такие очень высокие температуры, до 180 градусов, не каждая ткань это выдержит. И более того, за счет того, что у нас у габардина такое вот плетение в рубчик, объемным кажется узор еще более максимально. И прекрасно держит краситель. Посмотрите, эта красота с вами надолго. Больше 15 лет будете радоваться в интерьере шикарным розам. Кстати, Юль, а ну, если вот эти розы могут завять, а вот эти, случайно, не потеряют краски? Я уже назвала такой высокий срок службы, это 15 и более лет, конечно, благодаря технологиям нанесения, современным прогрессивным технологиям нанесения узора. Еще здесь есть сдерживающий фактор. Вы можете вешать даже на солнечную сторону. Вторая сторона прибеленная. Да. Это выполнено специально, чтобы солнечный луч, особенно яркий и зимний, отражался от белого полотна. И мы с вами сохраняли эту красоту для самих себя. Здорово. Выбирайте современные технологии, сделайте ваш дом индивидуальным. Индивидуальность выходит на первый план в 2018 году. Как главная тенденция, у вас самый хороший вкус. Скидка почти равна цене. Эта премьера могла стоить больше 5000 рублей. Сейчас у вас уникальная возможность успеть забрать себе эти словно живые розы, но служат не 15 дней, а 15 лет. И точно придут к 8 марта. Два комплекта, возьмите еще и плед с розами. Бесплатная доставка, мы вам ее просто оплатим. Берите прямо сейчас. Юль, ну а расскажи все-таки немного о принте. Как он меняет атмосферу? Как он встраивается в интерьер? Цветы, конечно же, с удовольствием в объятия примет любая комната. Да. Будет это гостиная, будет это спальня, неважно. Но что я хочу посоветовать? Очень часто я встречаю по опыту, что вы перегружаете комнату. Ну вот у моей мамы такая была ситуация. Мы ее разгружали. Много деталей, много темных. Да, много темных ковров навешала. Сегодня давайте мы будем стремиться за тенденциями. Минимализм с ярким акцентом. Вот что приходит в дома наших российских хозяек. И это самое лучшее, что поменяет ваше даже представление о том, как сделать свой уют максимально радостным для всех. Эффект ручной работы. Кто-то увидит акварель. Розы настолько реалистичны за счет переходов цветов, что хочется сорвать уже и собрать вот этот букет, который есть у Марины, да, потому что, ну, все оттенки, полутона, фотопринт дает объем, и мы окунаемся с вами в атмосферу лета, и действительно, будто мы сейчас начнем сажать эти розовые кусты. Фантастика. Огромные полотна у нас с вами хорошие, от 1,5 до 3 метров на окошко, 1,50 м ширина на 270 высоты. Асимметрия – это тренд. Это то, что делает всегда интерьер нескучным. Мы уходим от шаблонов с вами. Ваша комната с таким акцентом будет самой лучшей. Вас назовут хозяйкой с изысканным вкусом. 100%. Так, я точно хочу, чтобы меня так называли. А представляете, ваш муж, ну, может быть, он появится. Ваши дети, ваши внуки, все вас хвалят. Вы самая лучшая хозяйка, и вы сэкономили бюджет. Мы, женщины, друг другу нам принято дарить розы, которые не увядают, а мужчины пусть дарят цветы. Ну, а сможем ли мы их повесить с вами? Вы сразу как получили посылку. Кстати, звонок бесплатный, никаких предоплат. Пришли, получили и к 8 марта повесили. Но не придется ли нам с вами бежать к портнихе и пришивать шторную ленту, Юль? Так, скажи мне, сколько у нас экономии на этих шторах? Сейчас я добавлю еще прекрасную цифру туда. Наша экономия составляет 2200 рублей. Вот так, прибавляем еще 1000 и получаем еще больше, потому что шторная лента пришита, и к мастерицам по просьбе Марины вам бежать абсолютно не придется. Повесить легко, вы не прогадаете с подарком. Я знаю, что сегодня эти шторы уйдут во все регионы России и для себя, и на подарки. Практически все корзинки наши по статистике наполнены двумя и тремя наборами этих штор, потому что потом такого не будет. Эксклюзивная спецзаказанная коллекция от Shop & Show с живыми цветами на ваше окно.